Да, вы же понимаете, да, как только мы проводим вот такой ремонт фасада, утепляем по системе Термолэнд, вы видите вот эти плиты, у нас повышается энергосбережение. Утепление фасадов жилых домов – одна из самых актуальных задач в преддверии зимы. Глава муниципалитета Андрей Иванов проверил качество работ по утеплению многоквартирного жилого дома в Одинцове на улице Маковского, 10. Здесь в рамках фонда капитального ремонта идет утепление фасада. Технология Термолэнд Новосибирского нашего института, и там же производятся эти панели, что в итоге даст и красивый внешний вид этому дому, и значительно повысит энергосбережение. То есть на 30% примерно сокращаются затраты на отопление квартир, самого дома. Подрядчик делает все качественно и в срок. Жители говорят, что управляющая компания «Второй завод» работает добросовестно и учитывает все пожелания. Мне немного в доме, дом большой, но в основном все идет, все решается, все корректируется. Думаю, что в конечном итоге, потому что мы всегда на связи с технадзором, они контролируют эту всю ситуацию, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Жители попросили заменить устаревшие двери в подъездах. Новые металлические поставят во втором квартале 2020 года, сообщил руководитель муниципалитета. Мы в следующем году это обязательно учтем в программе и поможем управляющей компании провести эту работу так, чтобы у нас работы по фасаду закончились вместе с тем, как мы здесь заменим двери и все было синхронизировано. Остался доволен тем, что увидел, и качеством, и отношением между управляющей компанией, подрядчиком, нашим ГБУ, жильцами. У нас получилась здесь такая одна большая единая команда, которая нацелена на один конечный результат. Всего в региональную программу капитального ремонта на территории округа включено около 160 многоквартирных домов. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».